Алекса напуливайте. Стою вообще где-то в сторонке, вижу, что в агрон лесе я первый. Хотя я даже не подошел к нему. Одно всагрили, лови еще как. А, я. Пожалуйста, заливайте. Сложила. Три берсы на нем, контроль на нем. Бан по механику под большим роботом. Дайте третий лог. Не, конечно, кайтить я могу, но это вы залейте его. На перефазу ведет. Что за пот на трэш? На Эликсу ГП. Что с пулей? Парагай-то твой, да, как надо пулить, хорошо. Из-за того, что позиционки не было, ты спуль. Из-за твоего первого. Не спешите агрить, дайте ресануть, пробафать и хилан маму отпить. Эликс, ну понятно, как всегда засядем, блядь. Ну, значит, и танчи сам тогда. И чё? Ну, я ж тебе говорю, что из-за того, что ты первого спулил, кто где попало, стоял и отлетел. Значит, ты виноват. Войд для ШП тактику, пожалуйста. Тактику тут, да? Он бегает с Энги, с собой. Сбил каст. Нити там мобов. Попробуйте пофирять их там. Атмосфера, да. Thank you.
как обычно, там дальнее удержу. Сегодня кольцо упало, Блэккиллеру отдал. Саникси. Пистон есть у него уже? Не в курсе. Что там, пуляете, не? Шамана нету. Кто опять там пулял? Пуляете, не было. Ебать, я забыл прожаться, эту хуйню, рефлект прожать. Стою такой слак. Моб на кастовый. Япончик в Дискорде, нет? Провода, наверное, там соединяют. Да вы что, охренели, что ли? Я вам что, паяю так быстро, что ли? Ну ты надолго, ты к боссу не успеешь, да? Мне, по сути, один провод запаять, и все, у меня паяльник уже включен. Пидораска, блядь, вот нахуя прыгнула? Че ей в бошку, блядь, стрельнула? Гадина сраная. Удали ее с планеты. Я уже эвакуировал из своей квартиры. Самолет я за чаркой на голову пошел. Да, тоже забыл. Седьмая, восьмая группа на замене. Сумонте. Всех с первого по пятую группу. Вечный вопрос. Аркан где кого? Драконис. РС. На РСке, на вышке, на самой вышке. Все, Сумон, пришел. Сейчас, далеко пробовал. Ссылки, надеюсь, все перебрасывали. Те, кто не турен, 2 сотки. 150.
Включите стрим тут. Коват, мех есть? Один есть. А? Один есть. Я забыл. Ага. Давайте я тут жду. Передам. А, у тебя один лишний? Ну да, я уже просто зачарился. Энджи, спекайся в танк сразу. Все, спасибо. Ты у 3D-метки видишь? Три штуки. Это как баф называется, который это робот вешает? Я не сидел в канале, выбило почему-то. Здесь я. Сейчас гляну. Метки видишь 3D? Вижу трусы. Три метки, квадрат еще и крест. С этих мест выходят три сферы, соответственно. Центральную и левую лупает Энджи. Твоя метка. Трусы, соответственно. Вначале Энджи взрывает первую сферу, и спустя 4-5 секунд ты взрываешь свою сферу. Одновременно их взрывать нельзя. Все, что от тебя требуется. Сфера подобная, как в обычке, летает за тобой, и ее взрываешь. Или как? Я не был здесь просто. Сфера выбирает самую далекую цель. Соответственно, от нее там тянется луч. Ты просто близко к этому месту стоишь. Вначале Энджи взрывает сферу, потом ты, соответственно. И выйдет будем? Да, будем. Еще, соответственно, массакру будешь сдавать. То есть Энджи взорвал сферу, ты после этого даешь сакру и взрываешь свою сферу. Завтра надо выжидать 4 секунды. Минимум, чтобы два взрыва не было. Сантей, он не выйдется, придется вайпнуться. Не надо убегать, разбегаться по всему рейду, чтобы быстрее сдох. Лага, зачем? Пусть рога спулит какой-нибудь или хант. Он не выйдется, он на вход пойдет. Нету 10% апа, и у нас нету мирихасты. Но у нас есть энх на замену. Может, возьмем его? Что-то рано суманулись, Кават. Здесь от миликов качает много пользы. Ну, обычно в топ-10 милики все равно сидят. А Айзек, вон, топ-1 обычно. Неважно, без этого справитесь. Стоит трэп, ММ-спек делай, и сурф не нужен. Йотун бы очень хотел сходить. Че, можешь пульнем и сдохнем по-быстрому? Давай, давай, пуль. Заодно и посмотрю, как бот называется. А диван можно дать? Я же написал в рейд-чат, как называется. А там заглавные буквы, не помнишь? Тяжкий удар.
Ага, да, я уже увидел. Так что, тащи сюда, босс. Пусть сверху. Да, в одну точку вставай. Как в игре. Нелик, сади тоже сюда. Бегите все в одно место. Он сразу всех шотнет, если вы в одно место сбежитесь. Вот видишь, сферы вышли. Надо в нее встать сразу, она лопнет. Ну быстрее дохните, чтобы он на перезарядку не пошел. Ань кучнее же, но это чувствует. И чё, мы дали диваны по АФКшникам? Пью, да, первый раз, говорит, где? Да. Да. И с какой стороны его плышь? В трусах я стою. В трусах пойдем так примерно. Покажу быстро. Где-то вот здесь вот стоишь, там на той стороне сразу первый бахнут, сзади баф появится. Секунды три ждешь, потом ее бахаешь. В нее заходишь. Потом на второй фазе тут будет лужа с нее раздеваться, как взорвешь. Можешь немножко лужу вот так растягивать. Первую там здесь взорвать, вторую там чуть-чуть. Вот так, только ДРД сильно не тяни. Можешь под прожимками в уже существующую лужу забегать. Кольцо Соня на резист одевать здесь? Годится. Там капы никакие не нужны, тебе надо побольше резиста, чтобы сферы хлопать просто все. А кто сейчас будет на боссе? Можете сказать? Коват, Алой, Войд. Попробую я с ними. Послали вам. Чё? Мы с тобой по танкам будем кидать. Пил будет по ДДшкам отдавать. Что тут от какой магии надо? Тайна. Доброты доставайте, кто может из банка. Кто там брал уже трейд мне кидайте. Энджи убери. Полина просит минуту пофкашет. Минута есть. Тогда курнул быстро.
Чернавка. Сопроты, пейте все, будем пулить. Дайте каску. Коват начнешь. А кто там сферу не взорвал? Падаем. Отлично, встали, куда я иду? Сферки сразу бахнем. Пью еще раз, ты стоишь поблизости к рейду. Как Энджи взорвал, ты можешь либо сразу же отдавать сакру, либо до того, как он взорвал, дать сакру. Он взорвет, потом пройдет 4 секунды и взрываешь ты. Резко, да. Ярости недостаточно. Маска, да. Вижу. Ножик сработал. А вы говорите, инженерия бесполезная, проф. У тебя у одного нет. Я все починил. И уже в игре. Черт, я совсем понял по поводу трусов. Я стою возле трусов. На мне, по идее, должна пойти эта сфера. Я ее должен лопнуть. У тебя сфера не должна идти. Смотри, видишь рейд кэмп сейчас как стоит? Приблизительно, как я, ты стоишь. Видишь, сфера летит. Дал массакру. Энджи взорвал первую. Выждал 4 секунды, пошел сразу же на сферу. Взорвал ее. То есть я стою изначально со всеми под боссом. А потом не его... со всеми под боссом, но не в упор к ним. Стоишь так, чтобы тебе было бежать недалеко до сферы. Вот где я стою, где-то вот так вот, чтобы сокру дать, и сферу быстро взорвать сразу. Ты возле категории, самое главное, есть такой дебаф. Веди туда мышку и прочитай. Там будет написано, если вы взорвете одну сферу, то на весь рейд повешается дебаф плюс 100% к урону от тайной магии. И в следующий раз, когда следующая сфера взорвется, то дамаг будет еще больше.
взяли, чтобы свои так, чтобы он прошел уже. Когда два стака висит, то дамаг увеличивается на 200%. Если при двух стаках хлопнуть третью сферу, то пол рейда умрет. Чек на пол. Дарки. Решал БР, да, по мне. Что там бегал? У меня стакси. Жена на поднима порешал. Снижение агро по войду. Пожалуйста. Умоляю. От меня на пол. Беру хорошо сорвешь. Давай, кава.
вроде как вести надо там. Квадрат ловит, верно? Энджи взрывает крест, ты взрываешь квадрат. Последнего чуть трусы. Дарки скинь. Скажите, как будет фаза. Фаза. Че, к выходу? Может, к двери сразу, да? Три заряда. Пока мы не ёбнули на сферах все. Мост подними, алло. Снижение агро, все паладины по войну. На кого-то. Все, сбыл? Мост, поднимаю войну. Вага крадется. Ваги нам. Купол, скажем, дать колоска. Еще один переживу, а дальше под вопрос. Купол вырезано. Ну, наверное, загруз людей. ДДшники, ЖНН, Неликс, следующий по агро. Выйдите с виду, что не сняли. Акулы в бар. Сдох?
50 скидывай потихо. Ты после ваги скидывай. Сами по себе ваги. На второе место 6к. А можем падать уже. Че, воет по самому? Не забит. Да в минус 7 ДД, конечно, не добьет. Слава, включите поезд посмотреть.